Всем приятной жизни, это психиатр, и мы продолжаем играть Plants vs. Zombies 2. Так, и поехали пинату пату. Пати скатаем для начала, да? Ой, я помню эту пинату пати, я в нее уже играл. Я помню, ты проигрывал, но теперь я знаю, как тут надо. Ну, вроде как знаем. Вот так он нам даже где-то. Я думаю, да. Так, вот эту всю хрень можно тут засаживать, в принципе. Вот сюда. Ну, в чем прикол, что вот эту хрень нужно выкапывать, короче. А я этого не знал. Вот, чтобы она вот эти вот могилки разбивала, нужные нам. Так, отлично. Так, давай быстрее, скотина. Ну, еще немного тут. Давай, скотина. Да куда ж ты бьешь, мразь? Да ну ты идиот. Тебе все равно бы спалил. Придуршный. Давай сюда ставься. Да бей ты ты уже эту хрень. Вот, отлично. Так, давайте сразу выкупаем. Так. Хорошо. Так, а что-то могилки тут не появляются. Давайте тут вот зачистим. О, как мы их хорошо посадили-то. Так, я сразу выкупаю. Так, а что-то не появляются пока эти могилки новые. Нужные для нас. Как вы понимаете. Так, это сюда. Сюда. Так. Ну, допустим, вот так вот. Так, ну хорошо. Вроде как идем неплохо. По крайней мере, мне так кажется. Так. Так. Ой, там этот говнюк идет. Блин, а как же мне туда посадить? Вопрос. Так, ладно. Ай, говнюк пошел. Фак. Ай.
Так, ну ладно. В принципе, газонокосилка это не страшно. Ну, к тому, что потерять газонокосилку не страшно. Эх ты. Блин, а вот это вот уже страшновато. Терять все газонокосилки. Так, ну ладно, в принципе, эти косилки нам как-то не это. Так, и последняя волна. У нас ни одного этого нету. Всего один буст. Фигово. Походу мы продули все-таки. Не сказал бы, что сильные эти идут. Зомбаки-то. Так, ну давайте идти потихонечку. Блин, эти говнюки повыживали. Ну что ты мне даешь? Ай, блин, ну пришлось завязать. Хотя стопудово могли бы и так. Да, тут вот это. Блин, ну ладно, я просто надеюсь, что сейчас будет что-нибудь крупное, какой-нибудь выигрыш у нас. Так, и... Окупится ли... О, уже окупилось. Да. Так, и сейчас еще костюм нам вручат. Там-та-там. О, прикольный костюм. Вот. Ну да, в принципе. Немного, но окупилось, конечно. Так, давайте тут соберем. Так, продолжим. Что мы тут делаем? Квест комплект, да? Блин, может мне эту хрень попробовать пройти на самом деле? Пик квест. Ля, мне вниз не дают киснуть. А что это такое? А, ну да. Да ну блин. Господи. Ну ладно, пока не хочу проходить. Вот, поехали 15 уровень попробуем. Господи, ребята, это просто, я в шоке, честно, это такой говенный уровень, я не знаю, как мы будем это проходить, вот честное слово, не знаю, мы это не пройдем, я вот вам серьезно говорю, стопудово. Как хотите, а эту хрень мы не пройдем. Так, тут эти шары, нахрен я их взял, не очень. Да, ребята, дело дрянь, на самом деле.
Ладно, поехали, чё? Чё? Не, ну вот видите, что это такое. Они, блин, вот тут уже взорвут. Когда зомби сюда сюда дойдут, я вангую. О, сейчас мы все это, короче, будем тратить, походу. Ой, что случилось? Так. Так, продолжим. Что мы тут делаем? А, да, у нас гавендор. Точняк. Прям-прям. Эй! Да ну блин, ну какого черта вот так вот произошло? Ну охренеть. Вообще, наглюш. Читер хрен. Давай, затяни. Так, все, нужно вот так вот делать. Да какого черта, ну? Что за тупое, хрень? Фиг ли ты не успел затянуть? Идиотизм, а. Где солнце, твою мать? Ты еще хрень не может перезарядиться. Блин, да убей ты уже его! Офигеть. 50 выстрелов. Блин, надо было этого клинка. Ну стреляйте по тому же, ну. Стой ты, мразь. Что такое? Опять пропал? Нормально, да? Так, 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 так. Серьезно. Стоп. Сейчас стой ты тут. Так. Первый стенарев пошел, да? Так, давайте вот это вот затянем. Блин, ну охренеть. Слышь ты. Шмыч. Блин.
Так, давайте вот тут вот посмотрим. Например. Вишня моя. Где же ты, блин? Ну, вишня, фак. Чё же мне не дают? Сейчас же все это говно придет. Ой, чмырь. Помогаем нашим. Ой, блин. Пушинки-то. Фак. Ну что затянуло, твою мать? Куда ты там? Ах ты, сучка. Так, ну пришлось вот так вот сделать. Ай! Фак! Фак, они сценарийки просрали. Да ну блин, ну все равно успел воткнуть свой лот. Ну что это давно? Блин, бусты главное не дают вообще. Что ванну? Блин, ну уже вторую это потратили. Неизвестно, сколько еще потратили. Да ну блин, ну чего у меня ничего нету? Да давай уже бей. Да, это мега донатский уровень. Просто я в шоке от количества этого. Не, ну может быть его и можно пройти без этого всего, но, блин, ну я не хочу. Вот это тупые, это вот охранять кого-то, защищать, не дать пройти, вот тут меня бесит. Это, конечно, прикольно, да, но это не круто, ребят.
Почему я не могу, блин, завязать свои все косилки в таком случае? Нахрен они на этом уровне вообще нужны? Если тут, блин, нельзя зайти за эту линию. Чё за дебилизм? Почему, ладно. В любом случае, уровень мы прошли. О, нам дали какую-то, не знаю, карту бинго. И чё, мы выиграли? Давайте позырим. Так, ну я догадываюсь, что нам это дадут. Нифига нам не дадут, короче. По-моему, бесконечные уровни дают, да? Всякую такую эту шляпу. Ну давай, ну что ты мне это все вылазит и вылазит. Dark Angels. Ну чё, при чём здесь Dark Angels? Вообще что-то как-то непонятно. Вот эта вот хрень все время вылазит. Тоже меня бесит. И чё? Так, что дадите-то в итоге? Exit the map. Да ну чё? Ох ты. Чё это такое? Gold Bloom? За кристаллы? Эпик... Это не то. Это эпик квест. Кристаллы, ну, там 50 которых. Блин, задолбал этот квест. У меня пройти что ли его уже? Да нет, у нас не получится, наверное. Там же из каждого мира по одному этому дают. Так и чё? Ничего не дали в итоге. Ладненько, ребята. Я тогда на этом этот выпуск закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. А с вами был Психиатр.